Вот, все, ребята. Еду. А красота какая. А ну гляньте-ка. О! Полчаса как выехали из дома. И едем. Ну-ка, сейчас я сяду поудобнее. Тебе так не мешаю, Юр? Не-не. Вот. О, какая, да, елки классная вообще. Этот кусочек видео специально для Лауры. Она скоро получит водительские права. И ей очень нравится, когда кто-то едет вот так вот. Дорогу. Дорога нравится. Вот, все равно, что за рулем. Какие елки. Я еле собралась. Ой, голова моя вообще чуть не лопнула. От всего, чтобы ничего не забыть, чтобы все положить. В итоге уже сели в машину, а сумка до сих пор в хате. Леша ходил за сумкой, за маленькой. Ой, кино. А там все, и деньги, и документы. Поехала бы. Кипишная стала. Раньше была поспокойней, а сейчас уже, наверное, возраст. О, какая красота! Это же надо! А? Едем, ребята! Все, едем, едем, едем. Скоро у нас поворот на Варшавское шоссе, да, Юр? Угу. Вот. Ты хотел там остановиться, да? Чуть. Да, остановимся. Немножко остановимся, разобнемся. Правда, еще не так долго сидим, но сколько мы уже едем? Времени час. А во сколько мы выехали? В час. В час выехали? Да. А, ну, а сейчас 14:06. Ну, час едем. Едем час всего. Еще часов 4-5. Пилять. Пилить. Если до нас, то еще, да, наверное, дольше, как там в Москве сейчас. Ну, как да. Хоть и воскресенье, но могут быть. На МКАДе могут быть пробки, да? Крокус этот. А, ну да. Дорога не очень. Так, сколько до Москвы? 291 километр. 291 километр. Ну вот и смотрите, сколько от нас до Москвы. Километров 90 мы проехали. Да? Вот. И еще 290. Где-то 380 километров. Поворот. Да, трассы получше. Это Варшавское шоссе. Да, здесь получше. Да, здесь получше, дорога разбитая. Здесь, может, посыпали чем-то ее. Да, чем останем-то? Вот. Остановились на остановке мы. Потому что везде засыпано снегом. А тут хоть убрано. Ветерочек дует такой. Легенький.
Ой, а тут еще он памятник какой-то, глянь. Пушка, что ли, какая-то. Или что это? Пока нету машин. С этого места восьмая Одерская стрелковая дивизия после ожесточенных боев за Зайцеву гору перешла в наступление до Берлина и Праги. Вечная слава защитникам Родины. Вот, видите, такая штучка. Вот, прочитала вам, еле прочитала. Какие... Туда не пройду, не пролезу. Снега полно. Машинка грязная вся. Так, вот еще в каком мы месте остановились, видите? Грязнючая. Зайцева гора, ребята. Здесь во время войны были большие бои и полегло 70 тысяч солдат российских. Советских. Ну, не российских, а наших. Вот, советских. Советских, да. Советских. Советских. Здесь вот большой мемориал, такой памятник огромный. Вот. Сейчас будем проезжать вон за этими. Вот он. Видите? Только подумать, да? 70 тысяч. Офигеть. Какие были бои. А вот уже с того места, вот где мы только что останавливались, оттуда уже пошло наступление на Берлин и Прагу. Это вот уже все от Москвы гнали всех. Вот так, едем дальше. Это Юхнов. Городок. Видите, ребята, и памятники. По всей дороге стоят памятники. Даже вот вообще без населенного пункта или в населенном пункте стоят памятники воинам нашим. Работает. Сегодня воскресенье. Ну как. Юхнов. Районный центр. Калужской области. Это еще Калужская область. У нас еще будет Медынь, да? Так, такой вот город. Да, вон там еще, там ничего такого. Он побольше просто, наверное, чем Юхнов. Медынь побольше? Да, наверное, да. Медынь больше. Вечный огонь. Сейчас я вам покажу боковое окно. Потихоньку вот так вот. Часовенка. Танк. Там он. Вон танк стоит. Большой мемориал такой.
Ну вот. Едем дальше. На заправку. Это что такое? Очиститель? Стеклоочиститель, да? Такой разноцветный. Красивый. Магазин. Какой кофе тебе брать? Я не буду. Не будешь? Да ладно. Тёть, будете? Да, я буду. Какой? Черный. Ну, он весь черный. Макачино, капучино, американо. Не, такой, чтобы это... Я не разбираю их. Американо, капучино. Со сливками? Вкусный? Да, вкусный, со сливками. И я сейчас туда нафигачу еще этого, как его, сиропчику. Всякого-всякого, со всех бутылок. Там снимать не буду, потому что, чтобы не нервировать персонал заправки. Пошла. Сиропчики мои любимые. Сейчас как он будет пшикать. Пусти, да? Да и мне же не видно же. Ты с корицей? И себе что ли корицы бросить? На дурняк. Ой. Чего-то не следуешь традициям. Не, я не буду корицу. У меня же с молочком, не хочу с корицей. Наоборот, классно. Наоборот, классно. Ну, значит, буду. Все? Ну, что ты с молочком? А, и ты с молочком. А. Дай-ка я насыплю. Надо много сыпать. Yeah. Да хватит. А то я... А какой там есть? Карамельку мне налей. Так, что там еще есть? Шоколад. Шоколад, а это что? Миндаль. Миндаль. Хватит? Вполне. Ты по два раза? Да. Думаешь, хватит, да? Конечно. Ну ладно. Я тебе верю. Будем пить кофе. Люблю на заправках пить кофе. Вообще люблю. Не знаю почему. О, ребята, да? Влетел. Швырануло. Ничего себе. Так, когда я отучусь вот так вот это говорить? Ничего себе. Нельзя так говорить. Я каждый раз вспоминаю после того, как скажу. Ну ничего, потихоньку отвыкну. Привыкну. Вернее. О, какая, да, красавица улетела. Сейчас я вам ее ближе покажу. Из машины. Сейчас кофейку попьем. Вот. Вот. Газпромнефть. Юрик говорит, хорошая заправка. Все, едем, да? Да. Едем. Поехали дальше. Сколько нам еще осталось ехать, Юр? Два часа. Два часа? До Троицка. Полтора до Троицка, а в Троицке нам надо заехать. Два часа до Троицка, 140 километров. 140 километров еще, да? Да, до Троицка. Потом еще в Троицке, до Москвы, по-моему, там километров 50-60. Ага. В Троицке мы... Вот она, лежит. Фура. Не помню. Лежит, лежит, висит, то ли висит, то ли лежит.
попал человек. Ну вот как-то так. В Троицке мы заедем. Да не, хватит, Ёж, спасибо. В Троицке заедем к Лёшикиной дочке. Она там у свекрови. Вот. Передачку завезем. Нам как раз по пути. Нам по пути как раз заедем. На малыша посмотрю. Малыша еще не видела. Так, только на фотографии и на видео. Это ему уже год и четыре. Год и четыре уже, малышек. Вот. Ну ладно. Едем, ребята, короче. Город Медынь. У Любы из Турции здесь жила свекровь. Или живет. Не помню. Вот. Город Медынь. Мне нравится название такое. Медынь. Вроде и простое. Ой, какой снеговик. О! На лыжах теперь. На лыжах. Лыжник. Наклонился ты. Ага, упирается. Вот она вам, Медынь. Нет, это не вся Медынь, это только пригород. Во, река Медынка. Вот она почему Медынь. Потому что на реке Медынке. А коммунальные службы работают. Снег убирают. Работают, ребята. Миньоны. Памятник Ленину. Вот видите как. А на Украине все памятники Ленину посносили. О, здесь фикс прайс есть. Значит, город такой большевастенький. Да, побольше, чем. Больше, чем наша Бедлица. Конечно. Наверное, такое, типа как Киров. Как Киров, наверное, да. Ну, тоже в основном такие небольшие дома. Старые. Памятников много по дороге. Едем дальше. Уже едем 3 часа. Уже 4 часа. 16:04. Уже мы 3 часа в дороге. И пока еще едем. До Москвы мы все ближе. Осталось 100 километров, да, 110 где-то. А вот тут 111 написано на столбе. Проехали мы. 111 километров осталось. На часах 16:23. Время полета 3,5 часа. Чем ближе Москва, тем больше, ой, машин. Вот. И уже вечереет. Уже скоро стемнеет. Так что не знаю, что смогу вам еще снять. Ну, что смогу. О, какие сосны красивые. Эх. Класс. А, это Обнинск вот уже. Ага, вон указатель Обнинск. Светофор. Ага, ну-ка, Москва. 107 километров. Вот.
Троицка нету, не написано до Троицка. До Подольска 60. До Подольска 60? Да. Ну, от Подольска еще потом до Москвы. Вот, вот это уже вот ощущается близость Москвы. Вот это вот все. Вот эти вот вывески, рекламы всякие. Магнит, вон какой магнит красивый. Вот это вот уже не то. Как хорошо, что мы подальше. Тыщ. Эх. Так, едем. Что тут написано? А тут Подольск написано 72. Как это? А до Москвы 88. А до Москвы 80. Уже ближе. Потому что это указатель прямо был ехать на было. А мы направо ехали. А мы на Троицк. Да. Да? Так все равно в одном месте то. Ну, чуть-чуть получается. Пару километров. Тут дальше, да? Ну ладно, едем. Какая церковь красивая, вон покажу. Это Обнинск. Это Обнинск. Светофоры. Хорошо, хоть пробок нет. Ну шо, темнота, ребята. В общем, поездка на Украину отменяется. Все, завтра еду обратно на мокрое. Ой, кино. Оказывается, надо загранпаспорт. Так, два пакета. Да? Ага, хорошо. Хорошо. Да пипец, вот прикиньте мое состояние сейчас. Мое состояние сейчас. Я уже в Москве, блин. Завтра пойду делать загранпаспорт. Кино. Я в расстроенных чувствах. Вот так вот. Здравствуйте. Где он, типа? Но не видно, а мыша не видно. Ну и ладно. Ну что ж. Привет. Темно тут, ладно. Вот так вот. Да, обломили меня, ребята, по полной. Ну ничего, как говорится, может, это и к лучшему. Да, все-таки поездка такая, кто его знает. А может, это вот, как говорят, Бог отвел. Ну ладно. Завтра поедем делать загранпаспорт. Как-то так. Хоть и грустно немножко, но... Ладно, Лёжику позвонила, Лёжик доволен. Лёжик доволен, что я еду опять домой. Вот так. Вегас. Вегас. Крокус. Крокус Сити Молл. Холл. Холл. Да. А молл написано. А, там есть молл и холл. Крокус Сити. А, это молл, да. А там вот Сити Холл. А, Экспо. Это не холл. Молл. Там Экспо. Это Вегас. Крокус Сити. Вечерняя Москва. Нет, там область, там Москва. А, тут область, это область, а с другой стороны Москва. С одной стороны дороги область, а с другой стороны дороги Москва. Вот так. Хотя здесь может и Москва. Впереди камера. Где-то... Это за МКАДом уже считается. Кто присоединился, Москве, да, Москва.
вот что я вам покажу. Из мокрого сразу в Москву вас. Вот он, Крокус Сити Холл. Это да. Где выступают эти все артисты. Очень дорогой холл этот. Здесь очень дорогие билеты. Это не для обычного народа. Это вообще не для народа. Вот как. Ну, в общем, не буду вам вас грузить этой темной Москвой. Хотя тут мы все на МКАДе еще. Завезли Саньку домой. И на МКАДе опять. Вот. Вот с этой стороны Москва. А вот с этой стороны область. Тоже. В общем, все светится, все сверкает. В центр мы, конечно, не поедем. По МКАДу. Вот так. Так быстрей. Ребята, сейчас будем мыть машину. Там автомат вон такой. 50 рублей Юрик он закинул. И сейчас пару минут можно будет... Опа. Потому что ну очень грязная та с дороги. Но вы видели, еще в мокром какая была машинка. О, лупит.